Вау, это так красиво. Я назову его любимым родителем. Тяжело представить, через сколько трудностей прошли мои родители, чтобы вырастить меня, мама. Пожелай мне удачи. Шиши, это подарок на день рождения господину Шеню, я права? Ты ослепишь любого присутствующего. Они узнают, что никто недостаточно хорош для господина Шеня, кроме тебя. Боюсь, что не смогу его надеть. Что ты имеешь в виду? Забудь. У меня есть дела. Я пойду. Эй, какой сюрприз? Я тебе помешала? Ты ревнуешь? Не льсти себе. Хорошо, ты не ревнуешь. И тебе не нужно. Я это знаю. Что это? Ты приготовила? Да, в обмен на костюм. Оказывается, ты сшила его для него? Что случилось? Он злится? Ладно, я не хочу его. Нет, все не так. Я знаю, что он твой любимый. Что, предпочитаешь Модзин-Зин? Забудь. Я имел в виду, что он слишком горячий. Хорошо, тогда я помогу тебе. Вот. Возьми, мне подуть за тебя? Дай мне салфетку. Ну вот, я вытру тебя.